Всем здорово, ребят, и здравствуйте еще раз, товарищи. У нас та же самая музыка, все пока что без изменений. Зашел с мобильного интернета, надеюсь, все будет good. Записал видосик по поводу шарика, который есть на немецком сервере. И снова, ребятушки, 60 коробок на других по 10, у нас 60. Это реально радует. Вот такой вот шар радует, но это не все. Это реально не все. Ну, вроде обмен такой же, плюс-минус, да, там плюшки. В 6 раз больше сундуков. И вот такой вот обмен. Не знаю, на русском по-любому такого не будет. Ни на одном сервере такого не сделают. Это только есть на этом сервере. Опять же, ребят, 10 наймов. Не 5, не 3, не 2. 10 раз возможность нанять осколки там, либо выбить целого героя. Это реально пушка, я буду копить, постараюсь копить, не знаю как буду, буду пока так записывать, потом подкрываю, есть целая неделя, плюс, ну, пыльца, как обычно, здесь 10 монеток есть возможность собрать, зефира 5 мешков, хоть и первого, лисица 5 мешков, одна карта пятая, ну, такое, но вот, я думаю, вот это вот самый-самый огонь, вот эта вот тема, 10 монеток, 10 наймов, 5 мешков зефира, это пушка. Плюс опять дополнительно дофигища скинул. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Я охреневаю от этого сервака. Я уже жду, когда я смогу с вами нормально стримить и делать топовый контент. Все, всем удачи, всем пока.